What is happiness for you? Готовим вешенку на бок. Опа! Зелеными помидорами. Рукола. Руколы мало кто знает, что имеет очень острый и пряный вкус. Что-то напоминающее чеснок. Я думаю, нам этого хватит. Оп. И помидоры. Легким движением руки. Лук. Помидоры. Так, 4 штучки. Сейчас мы теленка орежем. Упс. Let's go. Внимай, внимай, внимай. Вкуснятина. Место уксуса. Говно сняла? Тики не снимай просто. Давай. Так, для затравочки, чтобы у нас все дело получилось копченым. Давай, давай снимай на пы. Сразу сел. Чуть-чуть шашлычка сюда.
Вешенка, выращенная без света, имеет свои прелести, потому что она имеет вот такой, это абсолютно не похоже ни на что белый цвет. Так, ну это будет жестким, это мы откладываем. Так, для кислинки мы сюда добавим, вместо какого-то искусственного уксуса, мы сюда добавим яблочко. Свежее зеленое яблочко. Если у вас на даче еще нет такой игрушки, как вок, срочно рекомендую отправиться в ближайший маркет и приобрести вот такую садку. Чтобы помазать получается. Вот сейчас показываю, что такое фламация. Фламация – это флейм. Огонь. Вешенка вкуснее всего получается без всяких приправ, без добавления. Я рекомендую только масло и немножко соли. Так можно ощутить действительно настоящий грибной вкус. Итак, наша блюдо готово для сервировки. Если добавлять приправу, то лучше делать вот так. Каждый себе возьмет, сколько будет нужно. Приятного аппетита!